Життя та побут художника у всі часи та у будь-яких куточках світу були цікаві та відрізнялися від життя та побуту звичайних людей. Адже художники – особистості непрості та неординарні. В їх голові постійно народжуються образи та ідеї, які вони втілюють абсолютно різними способами життя. Місце, де народжуються художні витвори, як відомо, зветься майстерня або студія. Святая святих, куди неможливо просто так зайти з вулиці пересічному громадянину. Більше того, не завжди можна й здогадатися, що саме в цьому або іншому приміщенні можуть приховуватися творчі особистості. Художники живуть у своєму світі, надихаються, спілкуються, відпочивають, підтримують один одного. Ми неодноразово зазирали в такі місця. Можна сказати, алтарі творчості. Ось і сьогодні пощастило. Запрошені на виставку «Відкриті майстерні», куратором якої виступив художник Антон Логов. Тож дивіться, як живуть українські художники. Артисти всегда очень нравятся, когда нас приглашают куда-нибудь в гости, в мастерские, на выставки, в какие-то такие места, куда обычный человек не зайдет. Вот если бы зашел сюда человек, который привык видеть галерейное пространство или музеи, особенно европейские, он был бы немножечко в шоке. А вы еще умудряетесь выставки здесь делать. Вот в чем специфика выставки в мастерской? Мастерская – это есть то свойство художника, то есть то, есть сам художник, который вот пребывает в этой мастерской. Здесь его краски, здесь его какие-то даже мысли, я бы сказал, витают, которые вот создают какую-то атмосферу. И он показывает, то есть он открывает себя людям. Здесь не надо что-то вычищать, что-то выглаживать, то есть ты абсолютно вот как есть, какая есть стена фактурная, там какая там покрашенный пол какой-то, там вот лампочка такая кривая, то есть она живая, и люди тянутся к этому тоже. Экспозиция вышла довольно нехитро. Картины та арт-объекты також частина інтер'єру. А от робота за нашою спиною така цікава, на просвіт стоїть. Концепція Антон Логов. Чим ви опять удивляєтеся? Ця робота, вона, можна сказати, ще в процесі, хоча от, переставляю роботу, от, посмотрел на неї, на просвіт, і мені дуже понравилось, як от працює от центральна частина от з цими тінями. Вот, какие-то дырочки там просвечиваются. Вот, то есть это абсолютно какая-то вот тайна, которая вот созвучна этим каким-то дырявым, непокрашенным стенам. Ну так не заморачивались. Два цвета, насколько я вижу. Ну там вот прокрашены белые вот там несколько раз, то есть как грунт и как краска вот идет. Да. Ну, очень просто, но тем самым вот минимализм, он говорит вот о каком-то вот смысле. А какой смысл, Анна, расскажите нам? Смысл пустоты, который вот и наполняет пространство собой. А вот это тоже вот арт-объект? Да, арт-объект, случайно получившийся. Вот, я хотел закрыть свои какие-то старые работы и вещи, которые вот мне не хотелось показывать все-таки. И накрыв пленкой, она сильно черная была. Вот. Я там написал какие-то надписи, мне понравилось, я закрасил, растер, вот, и получилось какое-то такое живописное месиво. В подібних майстернях арт-об'єктом дійсно можна назвати все – стелю, стіни, меблі і навіть підлогу. Ідемо до наступного художника. Він тут один з найстарших – фотограф, журналіст, мистецтвознавець, главред інтернет-журналу сайту Photo.ua. Людина, яка якщо не все, але дуже багато знає про українську фотографію. Протягом 10 років очолював редакцію газети «Вечірні вісті». Олександр Ляпін – теж знайшов затишок у творчих майстернях. Здравствуйте. А можна к вам? Спасибо. А у вас так громко радіо грає? Да, Олександр. Я вам скажу, що одна із самих наполнених мастерських здесь – это ваша, потому что очень много работ. У молодых как-то поменьше. То ли коллекционеры выгребли, то ли не работают они. Как вы тут самый старший? Коллекционеры выгребают, а я же не общаюсь с коллекционерами. Как живется в этих мастерских рядом с молодыми ребятами, достаточно в таком тесном пространстве, вдали от городской суеты? А я люблю молодых. Они не зацикленные, не зашоренные, у них широкие взгляды, совершенно все впитывают. Мне это нравится. Олександр Ляпін здивував нас своїм живописом. Адже ми звикли до нього як до майстра серйозного соціального фото. А тут яскравий, деколи навіть по-дитячому бешкетний живопис. Мені подобається цей колаж. Интересный образ. Это образ женщины? Это вознесение Бабы-Яги. Оно возносится из светлого мира в более светлый. Но на самом деле, если эту картину перевернуть, будет падение Бабы-Яги. Если поставить боком, будет пролет Бабы-Яги. То есть это такая разноплановая картина, как хочешь, так и вернуть.
Ну да, выставка. Deep Purple, вот эта группа, я был на концерте с ними, пообщался, да, вот это их. Вы их так увидели? Да, тут и Lord есть, ну все, в общем-то. Это пекельный кролик. Почему пекельный? Ну, потому что он адский. Ну, горит все время, скачет, ест, занимается со всеми любовью, такой он жуткий совершенно. Тут много у меня из огорода, вот эти жуки всякие. Ну и огурец это, да? Это огурец, что бомжи приходят, огурцы воруют, да. Вот это мои соседи, это наркоманка девочка 11 лет, она ко мне с наркотиками приходит. И когда я говорю, что у меня нет наркотиков, серьезно? Да, она так путает меня с кем-то все время. Можно назвать, кстати, ваше творчество социальным, конечно, да? Конечно, оно абсолютно социальное, потому что в моем творчестве отражаются вот все проблемы нашей жизни. Дякуємо, Олександре, за те, що даєте змогу замислитися над життям та проаналізувати цей світ завдяки вашим творам. А в нас тут ще одна героїня. А у вас теж знаходиться мастерська в цьому приміщенні? Ні, моя мастерська знаходиться в ванной. В ванной дома? Да, в ванной дома. Где художники только не работают, даже в ванной, это нормально. Ну, как бы я не совсем художник, я фотограф. Меня увлекают разные такие старинные ручные техники, хотя я не сказала, что они старинные, многие авторы сейчас. Это все актуальные. Это актуальные техники, да. А что это за техника, которую вы используете? Была мокрая печать на баритовой бумаге, была выставка, был совершенно другой проект, и потом эти работы легли на полку. И как бы для того, чтобы продлить, как бы еще раз их реинкарнировать, я их отдала художнику, в частности Антону Логову, и попросила его как-то переосмыслить. А ось ця людина знімається у кіно, пристрасно любить фотографію та запросто може зробити фотокамеру із чого завгодно. Мой непосредственный проект – это фотографии, снятые пинхол-камерой. Uh-huh. Вот, это камера, которая не имеет объектива, у нее небольшое отверстие, сделанное иголочкой вместо объектива. Да, это совместный такой проект. Это модель Лариса Шадунова, это моя жена. Называется «На вид стани подыха». Вот что для вас фотографии? Сейчас очень много фотографий, в общем-то, делается, да? Потому что у каждого есть камера, каждый может воплотить какие-то свои идеи в жизни с помощью этого медиа. Но вот все-таки в чем разница между произведением искусства и просто фотографией, на ваш взгляд? Произведение искусства – это когда вы свою душу кому-то показываете. На відстані подиху. Так близько, щоб мати змогу відчути один одного. Як і на фото Ігоря Бельського, так і загалом між собою близькі по духу співіснують художники в цих майстернях. Вам комфортно в этих мастерских? А вот если вас, вам бы предложили какое-нибудь место где-нибудь в центре города, 200 квадратных метров, стерильное пространство, поменяли бы? Не знаю, но единственное, что я бы, может быть, немножко увеличил площадь самой мастерской, а стены меня абсолютно ничего не смущают, то есть наоборот, меня как-то наводят на какие-то творческие мысли. В цьому совковому хисткому будинку спілки дизайнерів, десь на Петропавлівській, живуть і працюють художники, яких абсолютно не бентежить буденність та реальність. Вони відокремлюються від зовнішніх соціальних впливів та знаходять красу в усьому, що їх оточує. Та щасливі у цій щирості. Нам залишається тільки за ними спостерігати.